вообще очень Норвегия помогает, потому что это такая глобальная природа, что даже если у человека что-то не складывается по его хобби, ну, неважно, там, уши не продуваются, застудил он что-нибудь или еще какие-нибудь проблемы, вот все уезжают довольные, потому что это такая мощная природа, которая выдавливает из человека быт. Если он приезжает первый день-два загруженный, потом он проваливается, потом он растворяется. И с ним тогда уже можно разговаривать о чем-то. Я стараюсь показать людям Норвегию. То есть люди приезжают сюда на неделю, у них очень мало времени, они издалека едут. Оказаться в правильных местах охоты, раскрыть для себя Норвегию. Тут ты все. Тут ты от туроператора до инструктора, до спасателя, до туалетной бумаги, до всего доходит дело. То есть до ремонта моторов, уборки, тут ты вообще все. Вот. Норвегия такое место, где надо уметь все. То есть каждый сезон для меня как экзамен. Вот. А горжусь я не... наверное, тем, что я делаю все от начала до конца сам. Это такая моя самореализация. Ты, в принципе, живешь ничего лишнего. Ты живешь как зверь в лесу. В день у тебя одно дело всего. То есть одно дело, и все сводится к этому главному делу. Это просыпаешься, завтракаешь, кушаешь, готовишься, вот, выходишь в море, охотишься, приходишь, чистишь рыбу, готовишь ужин, отдыхаешь, что-нибудь смотришь или читаешь. Это замечательный день, в котором нету разной городской глупости и мусора.